В ногу со временем в Ивановском комплексном центре социального обслуживания стартовал курс «Мир на ладони». Здесь пенсионеры могут освоить навыки работы с современными цифровыми устройствами, планшетами и смартфонами. Информационные технологии не стоят на месте, они развиваются, и представители старшего поколения точно так же развиваются вместе с ними. Они у нас уже освоили навыки пользования компьютером на базовом курсе обучения и теперь могут обучиться навыкам пользования планшетов на курсе продолженного обучения. Для обучения специально закупили новенькие планшеты. Курс рассчитан на 15 занятий. На первом начали с азов. Выяснили, что такое планшет, какой лучше всего купить, как включать, как разблокировать, что такое приложение. Будем рассматривать то, как можно через эти устройства получить те или иные услуги, воспользоваться различными интернет-ресурсами, в частности, такими как мессенджеры, то есть общаться с помощью этих устройств. Научатся пенсионеры читать книги, смотреть фильмы и слушать музыку онлайн. Отдельно продумана работа с популярными интернет-ресурсами, запись в электронную регистратуру, покупки в интернет-магазинах. Обращаются ученики с новой техникой пока нерешительно, но полны уверенности, что все получится. Не смущает пожилых людей то, что буквы на планшетах мелкие. Я занимаюсь вышивкой. Вышиваю, и чтобы редактировать и дизайны, приходится использовать очень много компьютер, поэтому хочется еще научиться, чтобы как бы можно показывать людям где-то, использовать планшетник, потому что компьютер не всегда можно с собой взять, а планшетник позволяет с собой носить и где-то друзьям показать. Вместе с обучением навыкам работы в сети интернет пенсионерам рассказывают о правилах безопасности, о том, как не попасться на удочку мошенников, пожилые люди узнают с первых занятий. Мария Попова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.